Всем привет, друзья! Перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал. Ну а мы начинаем. Стражи правопорядка прибыли по адресу известной телеведущей после того, как соседи обвинили ее в свалке мусора у дороги. 58-летняя Роза Сябитова не признала себя виновной и подробно объяснила суть всей проблемы. Оказывается, у Розы действительно скопилось несколько мешков с отходами. И она, в ожидании мусоровоза, просто сложила их у дороги с внешней стороны своего участка. Но возмущенные жители соседнего дома позвонили в полицию, после чего к Сябитовой незамедлительно приехали стражи правопорядка, чтобы разобраться в данной ситуации. Дорогие подписчики, вы не поверите, ко мне пришла полиция. Пишут протокол. Соседи пытались со мной поругаться, но ничего не получилось. Но как же правильно работает наша дорогая полиция? Сигнал получили, сигналы разобрали. Обалдеть. Терпение вам, дорогие полицейские. Господи, что вы только не решаете, написала Сябитова в своей социальной сети. Позже Роза объяснила, что же именно она нарушила. Оказывается, водитель мусоровоза, который забирает мешки с отходами возле ее участка, попросил, чтобы Сябитова подвезла их к обочине дороги, чтобы удобнее было погрузить. Я так и сделала. Но неизвестная соседка, я даже не знаю, кто эта женщина, накинулась на меня, грубила и в итоге вызвала полицию. Договориться с сумасшедшей, конечно, достаточно сложно. Поэтому я упаковала мусор и держу его в машине. Как только завтра приедет мусоровоз, я подвезу ему этот мусор. Представляете, что происходит? Что за люди, а еще называются соседи? Негодовала телесваха. Напомню, что Сябитова живет в роскошном загородном доме, который строила много лет. В коттедже есть все для комфортной жизни. На днях Розе привезли садовую мебель. Теперь она может обедать на открытом воздухе и загорать. Друзья, подпишитесь на наш канал, также на наш инстаграм, все ссылки будут в описании и до скорых встреч в новых видео.